Или как здесь? Добрый вечер. А кто еще не был здесь днем? По каким-то причинам мы и не знаем. Мы представители фестиваля «Онина Йора», который пройдет 15-16 октября в Москве. В этом году у нас юбилей. Наша лиса отращивает 9-й год. И по этому поводу весь этот год спецпризы и призы фестиваля у нас специфические. Мы заказали в Японии и дали как спецпризы и как призы фестиваля оригинальные японские кимоно, обе, таби, веера и всякие другие аксессуары. Вот. И этот фестиваль. Спасибо большое организаторам за этот фестиваль. Ребята делали его первый раз, кто не знает, и для первого раза у них получилось очень хорошо. Я думаю, что фестиваль будет развиваться, шириться, учитывать свои ошибки, придумывать свои новые фишки. Спасибо большое зрительному залу. Брянский он очень хороший, очень добрый, и поддержка. Я надеюсь, что московские посетители фестиваля будут брать его с примером. Вот, и фестиваль «Манифест» не стал исключением в рамках наших призов, поэтому помимо всяких других маленьких приятных мелочей, в нашем призе лежит оригинальная обе японская. Покажи, пожалуйста. Вот, вышивка, шелк. Восток групповой, Нека 48, Геката, Флёр, Алые сердца, Дорама. Обратите внимание, у ребят очень аккуратные костюмы и очень аккуратные парики. Это первое, что бросается в глаза. Спасибо вам за выступление. Нас еще вашими выступлениями. У нас есть еще друзья.